путь к Берлину. Он начат давно у несломленной волжской твердыни. В бой, вперед, в огонь кромешный, он идет, святой и грешный, русский чудо-человек. И вот он дошел до Одера. В руках советской армии небольшой плацдарм на западном берегу Одера. Сюда стягивается техника для штурма фашистского логова. Между Одером и Берлином гитлеровцы возвели мощные укрепления. Берлин обороняет около миллиона человек. По плану советского командования, основной удар наносил Первый Белорусский фронт. Первый Украинский фронт идет на соединение с союзниками и обеспечивает поддержку с юга. Второй Белорусский фронт форсирует Одер и наступает с севера. Апреля 45 года. Наступление Первый Белорусский фронт. Одновременно ударил по врагу Первый Украинский фронт. К северу от направления главного удара Одер форсировали войска Второго Белорусского фронта. Особенно ожесточенные бои шли на укрепленных Зиеловских высотах. Враг цеплялся за каждую естественную преграду. И все же после пятидневных наступательных боев советские войска подошли к Берлину. Из своего подземного убежища Гитлер отдает последний приказ – превратить немецкую землю в ад для большевиков. Но Гитлер превратил Берлин в ад для самих немцев. Бои не затихали ни днем, ни ночью. Гимнастерки наши пропахли дымом. Напряжение и усталость были так велики, что мы едва держались на ногах, так рассказывали потом солдаты. Да, не просто кинуться в огонь, когда час победы так близок. Но бойцы поднимались, погибали, завещая радость победы тем, кто оставался в живых. И вот советские войска в центре Берлина. По Рейхстагу огонь! Серую громаду Рейхстага кумач пробитый шлет салют весне. И я не знаю, это трепет флага или наше сердце бьется в вышине.